Привет, друзья. Петрович, не шуми, подожди. Сегодня танцев не будет. Мы едем встречать дочку. Петрович, ну покажись. Покажись камеру, покажись, Не захотел меня отпустить одну ни в какую. Я уже не раз ездила в Ижевск, тут какие-то там 100 километров. Отпросился с работы, говорит, поеду с тобой. Ну ок. Поэтому едем в Ижевск, заодно поснимаю окружающие пейзажи, красоты. Ну что, поехали? За орехами. Уже на выезде из Чайковского надо заправиться. Сейчас заправимся и поедем дальше. Немножко хочу рассказать об окружающих пейзаже. Вот справа это Воткинское водохранилище. И сейчас мы заезжаем на плотинку. Это Воткинская ГЭС. Тут ограничение 40 километров, но потихонечку вот проедем и погоним дальше. Вот так вот Воткинская ГЭС выглядит с другой стороны. Это река Кама. Это уже Удмуртия. У нас получается граница проходит вот как раз через плотинку. Пермский край и дальше пошла Удмуртия. Да, кругом лес. Все зелено, лето, красота. Впереди у нас будет поселок Кварса. Или Кварса. Не знаю, как правильно. Наверное, Кварса все ж таки. И проезжаем к Кварсу. Дальше будет еще чуть-чуть. Будет Воткинск. Подъезжаем к Воткинску. Вот у нас Воткинск остается где-то справа. И тут с краешку по объездной. Ну вот у нас справа остался Воткинск. И сейчас будем выезжать на федералку и напрямую погоним в Ижевск. Еще утро. Сколько? Наверное, ну да, уже тут-то уже 10 час. Ну, трасса уже загружена. Ну, наша машинка быстро не едет, поэтому я особо не переживаю. 80-90 нормально. Ну все, погнали на Ижевск. Вот наше любимое кафе, называется «У моста». Иногда там заезжаем покушать. Надо сказать, очень вкусно готовят, прям как дома. В общем, такая домашняя еда. Тут
в основном дальнобойщики, ну и не только дальнобойщики, в общем, многие останавливаются чуть-чуть отдохнуть, перекусить. Ну и мы тоже не исключение. Но обычно мы на обратном пути уже. Это вот сейчас мы уже свернули на объездную. Я по городу не люблю ездить, потому что города не знаю и, в общем-то, лишний раз стрессировать как-то неохота. Вот выехали на объездную. Представляете, объездную делают. Тут была, конечно, ужасная дорога. Еще вот в прошлом году зимой мы ездили. И представляете, делают дорогу. Вообще красота, супер. Всю объездную делают до самого аэропорта. Ну, от аэропорта мы поедем дальше. Кстати, какая дорога, вообще класс. Видео ускорено, потому что, ну, чтобы не получилось очень длинно. Вот сейчас мы поворачивать будем на Ижевск. Осталось уже совсем немножко. Вот мы проезжаем через Забьялово и дальше до кольца, там пост ГАИ, и вот направо поедем. Уже к городу. Приехали в Ижевск. Лишь не сказала, что мы в Ижевск, то дочуня средняя приезжает. Поехали ее встречать. Вот это вокзал. Сейчас встретим дочуню и назад поедем домой. Друзья, надеюсь, вам понравилось такое мини-путешествие. Я, конечно, еще совсем новичок в таком формате. Но если понравилось, ставьте лайки. Ну и, может, напишите что-нибудь. Как всегда, всех вас люблю. Всем пока!